Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка». 9 лучших детских планшетов. Выбор лучшего планшета для вашего ребенка будет зависеть от его возраста. LeapFrog или Vitec делают планшеты, которые хорошо подходят для детей от 3 до 6 лет. Но когда дети достигают 6-7 лет, им уже не нравится устройство, предназначенное для малышей, и они начинают просить что-то чуть-чуть посерьезнее. Дети прекрасно понимают, каким должен быть настоящий планшет, особенно если им уже приходилось пользоваться вашим iPad'ом или Android-планшетом. Это одна из причин, по которой в наш обзор включен iPad Mini 2. Сейчас он намного дешевле, чем был в начале продаж, но остается самым дорогим из всего списка. Отличный вариант, если найдете поддержанный iPad, ваш ребенок будет на седьмом небе даже с не новым экземпляром. Но перед вами станет одна проблема. iPad не имеет достаточных средств родительского контроля. Кроме того, он довольно хрупкий. Но зато к iPad предлагается широчайший выбор приложений и игр, многие из которых бесплатны. Вы можете купить детский защитный чехол, отключить Safari, чтобы исключить выход в интернет, и установить ограничения использования музыки, видео, приложений и игр по возрасту. После этого iPad действительно будет очень хорошим выбором для вашего ребенка. Итак, приступим. Кроме Vitec и LeapFrog, никто не предлагает большого выбора детских планшетов. Фирма Tesco прекратила выпуск отличного HODL 2, а так как сейчас найти его практически невозможно даже на eBay, он был исключен из нашего списка. Фирма Samsung, к сожалению, не сделала преемника Galaxy Tab 3 Kids, который очень хорошо и хорош для самых маленьких. Остается только Amazon, предлагающая детскую версию Kids Edition планшета Fire за $71. Она стоит в два раза больше обычной, но включает защитный чехол, двухлетнюю гарантию, которая распространяется на случайные повреждения, плюс годовую подписку на Fire for Kids, что дает детям доступ к довольно хорошему выбору приложений, игр, видео и книг. Возможности родительского контроля также отличные. Лучшие планшеты для детей. Как выбирать? Если вы не хотите учитывать те особенности, которые упоминались выше, вам придется приобрести стандартный планшет, вероятно, работающий на Android, предназначенный для взрослого использования. Вам нужно будет заблокировать некоторые функции, чтобы ваш ребенок не мог увидеть не предназначенные для него вещи в приложениях и в интернете. Преимущества специально разработанного для детей планшета включают безопасный веб-браузер, либо отсутствие доступа в интернет, а также игры и предустановленные приложения, которые подходят для ребенка. А вот к недостаткам следует отнести отсутствие широкого выбора последних игр. LeapPads, например, отличные планшеты, но ваши дети, возможно, будут разочарованы, когда не смогут получить те же игры или приложения, которые их друзья имеют на Android или iPad. И именно поэтому мы оцениваем линейку планшетов Fire от Amazon. Это полноценное устройство с великолепной функцией под названием Fire for Kids, даже для моделей, которые не относятся к специальной версии Kid Edition. Вы можете создавать защищенные паролем профили, дав каждому ребенку доступ только к одобренным вами книгам, играм и приложениям. Кроме того, вы можете установить различные временные ограничения для чтения и игр. А вот факт, что диапазон цен начинается от $71, делает Amazon Fire на данный момент одним из лучших вариантов для ребенка. Характеристики. Лучше всего не вдаваться слишком глубоко в спецификации. Вряд ли цифры подскажут вам, сколько или насколько планшет хорош для ребенка.
Две вещи вам следует учитывать сразу. Это длительность работы батареи и размер экрана. Многие детские планшеты работают примерно в половину меньше айпада, около 5-6 часов. И, конечно, можно пользоваться планшетом и во время подзарядки. Но этого лучше избегать, если зарядка производится не через USB-порт. Младшим детям будет трудно управляться с 10-дюймовым планшетом. Вот почему, как ни посмотри, Amazon Fire – хороший выбор. Его 7-дюймовый экран как раз подходит для маленьких ручек. Третий важный аспект – объем памяти. Если выбранный вами планшет не имеет слота microSD, карты вот этой вот, вам придется удалять приложение, музыку, изображение и прочее, когда внутренняя память заполнится. Чтобы получить столько пространства, сколько вам нужно, придется платить. Но это того стоит. Поэтому наличие слота для microSD очень важно. Карты памяти дешевы, и даже если планшет не позволяет устанавливать приложения, вы можете использовать их для хранения фотографий, видео и музыки. Итак, вот 9 лучших планшетов для детей. Приступаем. Рассмотрим VTEC InnoTab Max. Рекомендованная розничная цена – $160. Эта модель лучше всего подходит для детей в возрасте от 3 до 6 лет и включает в себя несколько развлечений, креативных игр и отличную функцию обмена сообщениями, которую так любят дети. Хотя функция безопасного детского просмотра веб-страниц требует некоторого родительского мониторинга, но все же она обладает более широкими возможностями, чем от конкурента LeapFrog. К недостаткам надо отнести удручающую медленную загрузку и качество фотографий ниже среднего, что, однако, свойственно всем детским устройствам. Но это хороший выбор для детей в качестве первого компьютера. Перед покупкой изучите цены в интернете. Итак, рассмотрим следующую модель под названием LeapPad 3 и LeapPad Ultra XDi. Рекомендованная розничная цена – $130. Специально разработанные для детей, эти планшеты схожи по характеристикам и функциональности. Больший 7-дюймовый Extra XDi имеет в 2 раза больше памяти по сравнению с 5-дюймовым LeapPad 3. Но дети помладше, возможно, предпочтут меньший размер и вес. Фирма LeapFrog утверждает, что планшеты подходят для детей возрастом до 9 лет. Учтите, что хотя их аппаратная часть дешевле, чем у обычных планшетов, программное обеспечение может быть дороже. Преимущество приложений от LeapFrog состоит в том, что они созданы с участием докторов наук и в области образования и сочетают в себе развлечения и обучение. Имеющийся белый список делает обзор интернета безопаснее по сравнению с планшетами для взрослых, хотя и более ограниченным. Планшеты LeapPad становятся бестселлером каждый год, и последние модели построены по зарекомендовавшей себя формуле, без каких-либо качественных скачков с точки зрения дизайна или функциональности. Перед покупкой проверяйте цены в интернете. Итак, следующий планшет. Он называется iPad Mini 2. Рекомендованная розничная цена – $347. iPad Mini с дисплеем Retina – просто сказочный планшет. Отличный экран и высокая производительность. 64-битный процессор делают его намного лучше оригинального iPad Mini. Единственное, что может разочаровать, это более высокая цена. Но iPad Mini 2 это бесспорно лучше, чем iPad Air. К тому же он более портативный. Если вы можете позволить себе такие расходы, iPad Mini 2 вас не разочарует. Итак, следующий планшет называется LeapPad Platinum от фирмы LeapFrog.
Рекомендованная розничная цена – $145. Если вы ищете планшет для своих детей и внуков, LiPad Platinum – достойный выбор. Он обладает широкими возможностями блокировки для родительского контроля, разработан специально для детей и безболезненно воспринимает удары и падения. Детям понравится высококачественный предустановленный контент, но через некоторое время они захотят иметь больше приложений. И вот тогда появляется существенная ограниченность выбора по сравнению с iPad или Android планшетами. Лучшей альтернативой является Fire HD 6 от фирмы Amazon с более высокими характеристиками, но не имеющими стилуса и чехла. Если вы в состоянии потратить $174, HD 6 версии Kids Edition поставляется с противоударным чехлом, 2-летней гарантией и годовой подпиской на Fire for Kids Unlimited. Итак, следующая модель – LeapFrog Epic. Рекомендованная розничная цена – $174. Обновленное программное обеспечение и интерактивный домашний экран радуют, но аппаратная часть разочаровывает с учетом цены. В комплект поставки входит не слишком много игр, а их образовательная ценность ограничена. Новый планшет Fire в версии Kit Edition от Amazon за $144 – более предпочтительное приобретение с лучшим железом, лучшей гарантией и годовой подпиской на детский контент в придачу. Итак, следующий девайс – Amazon Fire HD 8. Рекомендованная цена HD 8 – от $150, а HD 10 от $230. Эти планшеты могут вас заинтересовать, если вы найдете их где-то на распродаже, так как их полная цена совсем не соответствует реальной ценности. Они хороши для рядового пользователя, обладают рядом полезной функцией, особенно для детей, и приятны в использовании. Производительность смогла бы быть и получше, но она достаточна для большинства детей, как и экран, несмотря на относительно небольшое разрешение. Отсутствие приложений от Google, а также обилие всевозможной рекламы оттолкнет некоторых покупателей. Но клиенты Amazon, особенно те, кто подписан на услугу Prime, найдут планшет довольно полезным. Но если вам не нужен большой экран, 7-дюймовый Fire будет гораздо лучшим выбором при цене лишь $71. Итак, следующий девайс – Curio Tab 2. Рекомендованная розничная цена – $100. Этот планшет почти совершенен. Он сочетает правильный Android-планшет с детскими профилями и несколькими достойными приложениями. Но программное обеспечение могло бы быть получше, а экран более качественным. Curio Tab 2 будет хорошим приобретением, если вы найдете его в интернете по цене ниже $80. Итак, следующий планшет. Он называется Amazon Fire HD 6. Рекомендованная розничная цена – $115 за 8-гиговую и $144 за 16-гиговую комплектацию памяти. HD 6 не идеален, но очень хорош. Его производительность значительно выше той, которую можно ожидать при такой цене, как и качество экрана. Некоторым, возможно, покажется, что 6-дюймовый экран слишком мал, поэтому перед покупкой стоит попробовать, подойдет ли он вам. Ну и последний планшет в нашем обзоре. Он называется Amazon Fire. Рекомендованная розничная цена – $71. Он, конечно, несовершенен, и отсутствие приложений от Google заставит некоторых отказаться от покупки. Но Fire покоряет своей ценой. Последняя Fire OS, подобно Android, легка в использовании. А приложение Fire for Kids позволяет устанавливать ограничения того, что ваши дети смогут делать, и как долго они смогут пользоваться планшетом. При желании можно, заплатив двойную цену, приобрести планшет в версии Kids Edition. Вы получите противоударный чехол и отличную гарантию.
Есть и несколько существенных недостатков. Слабые камеры, падающая время от времени производительность и длительное время зарядки. Но при такой цене грех жаловаться. Вы определенно не найдете лучший планшет за те же деньги. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка».